Капитан не хочет нас пускать! Нам насрать! Хватит! Вышибем им двери нахрен! Ложь! Американцы опять всюду ищут террористов, чтобы... Что мы сейчас сделали? Нашли документы, но не доказали, что Иран замешан. Похоже, эти мелочи их не волнуют. Неважно, Конгресс жаждет крови. Иран их единственный кандидат. Колдуэлл объявит войну, если не предложим иной выход. Которого у нас нет? Да. Но есть это. Бывшее посольство США в Иране? Там сейчас штаб Куц. Рисковая операция для Колдуэлл. Идея моя. Не ее. И что? Мы даже ничего не доложим ей? Президенту Соединенных Штатов, что мы летим в Иран? Таков план? Рискованно, Грим. Даже для нас. Только так мы остановим войну. Да, или начнем. Летим в Тегеран. Действуем быстро. Даже наше правительство не должно знать, что мы там. Меня сейчас тошнит. Соберись. Мы можем поднять дрон, не рискуя шкурой. Инженеры больше до него не доберутся. Я встроил систему идентификации и аварийное выключение. Да, достаточно, Чарли. Что делать Бриксу? Ничего. Ты пойдешь один? Как мы войдем? Покажи. Никак. С кем? Лови все на твой обсад. Одно из самых защищенных зданий в мире. Нам не войти. Войти не самое сложное. У них серверы изолированы. Надо извлечь все вручную? Отправляю все ТТХ на твой компьютер. Но мы же не можем... Мы все можем, Чарли. Дезорганизация. Лучший способ выбраться из штаба. عجله کن چه تو احمق он лег поспать. Рад знакомству, генерал. Тратишь время, американец. А если я готов открыть огонь по твоей жене и ребенку? Это ведь они сейчас вернулись с рынка, правда? Похоже, на ужин будет горме сабзи. Подонок! Вдохни поглубже и подумай. Я должен проникнуть в штаб Куц. Мне нужны ответы. Я никак не связан с черным списком. Слов мало, чтобы предотвратить войну. Проведи меня туда. Вставь это в ухо. Предупреждаю, если хоть кто-то из моих людей пострадает, договору конец. Я никому не причиню вреда. Двигай. Сэм, похоже, твой блеф сработал. Выдвигаемся? Да. Это ты мне или американским нянькам? Это чтобы ты знал, что я не один. Как мило. Сэм, когда будешь внутри, доберись до серверов и подключи к ним мою флешку. Она вытащит из них все по черному списку. Понял. Давненько американцы не отваживались забираться сюда. Хороший ремонт сделали. Да, мы тут кое-что изменили с 79-го. Видишь, вон там гараж. Тебе надо туда. Я отвлеку охрану. С камерами разбирайся сам. Иди в гараж, я буду ждать тебя там внизу. Шум какой-то. Все, генерал, я в гараже. Жди меня на нижнем этаже. Что-то не так, Сэм. Последние слова в комнате охраны генерал произнес в необычной манере. Это мог быть пароль.
SMI дает вероятность 37%. Смотри в оба. از که تا حالا کارشناس شدی؟ به ذهنم رسید. همین، نمثل تو. Все еще здесь? Пока не закончу работу. Какая любезность. Стой, не шагу дальше. Бефармай. General Gorban, شما فرمودید که اینجا بیام. باید با سرهنگ ملوف صحبت کنید. از اون بخواهید تا یه نسخه از آخرین گزارش رو به شما بده و اون رو روی میز من بذاریم. و اگه اونجا نبود جنرال؟ چشم، به من اعتماد کنید. برو. За мной быстро. Здесь повсюду датчики системы наблюдения, а мой радиочип их глушит лишь на время. Зачем идти там, где столько датчиков? Затем, что у нас нет выбора. Иначе туда не пройти. Куда туда? К камерам. Где сидят такие, как ты, любители лезть в наши дела. Я пытаюсь остановить эту войну. Правда? Это с беспилотником-то в иранском небе? Иногда некогда вести переговоры. Слова хорошего солдата. За этой дверью. Почти пришли. Будь рядом. В чем дело? В том, что лучше моим близким умереть, чем жить жалкими предателями. Не путайте храбрость с глупостью, генерал. Американцы, не вы одни цените храбрость. А вы, должно быть, уборщики? Лезете сюда, трясете оружием, угрожаете невинным, а с черным списком вы в тупике, так? Я покажу, как поступать с террористами. Грим, давай. Вон там!
Помочь никто не хочет. Я с тобой. Как у тебя? У меня ничего. Пусто. Тишина. Разделимся, так искать проще. Спасибо, Грим. Это все Чарли. Он снял защиту Куца и отключил питание. Как раз доберешься до серверов, пока не включился резервный генератор.
Так, вижу лифт, но он намертво заблокирован. Без чипа тебе не пробраться. Он есть у охраны. Спасибо, Грим. Это все Чарли. Он снял защиту Куца и отключил питание. Как раз доберешься до серверов, пока не включился резервный генератор. Так, вижу лифт, но он намертво заблокирован. Без чипа тебе не пробраться. Он есть у охраны. واقعا به تعطیلات نیاز دارم. Свет снова включен. Чи будь? Смелость тебя погубит. Грим, иду к хранилищу. Что у вас? Слежу за эфиром. Они вызвали спецназ, который прочешет все здание, этаж за этажом. Ясно. Что там с твоей дешифровкой, Чарли? На флешке, которую я дал, алгоритм поиска. Он вытянет все на садик или черный список. Подключи, дальше все должно быть в ажуре. Должно? Нет, будет. Сэм, ты почти рядом с хранилищем. У тебя пара вариантов. Тихий, через систему охлаждения под бункером. Громкий, через терминал сзади комнаты со взломом двери бункера. Понял. Эй, ты где?
چی کار میکنن؟ سرباز واقعی از این کارا نمیکنن. اونا سرباز نیستند. دیگه газа, Сэм. Панель управления где-то рядом. محیط خلوته.
Работает. Ништяк. Жди, пока скачается. Двери хранилища открыты. Продолжаем поиски. Наш убит. О. Ищем нарушителя. О? Вон! Работает. Ништяк. Жди, пока скачается. Двери хранилища открыты. Работает. Ништяк. Жди, пока скачается. Двери хранилища открыты. Продолжаем поиски. Разошлись и ищем. Данные на флешке. Хватай ее и сваливай. Найдем его. Флешка у меня. Нашел. Ты меня слышишь? Работает. Ништяк. Жди, пока скачается. Двери хранилища открыты.
Продолжаем поиски. Все живы на поиски! На флешке. Хватай ее и сваливай. Флешка у меня. Грим, по чертежам понятно, что там? Боюсь, нет, Сэм. На Изымай пусто. Ищем! Я пойду и проверю.
Живо, на поиски! Юнджас! Куда пропал? لعنته یا اون طور شکست خوردن این بود که اونا رو توجیه میکنه کار دیگه ای نمی کنه ما نمیتونیم چیز بدی بگیم یعنی ممکنه یکیشون گریه کنه نمیتونه جالب باشه Oh!
Там кто-то есть! Мне тут помощь нужна! Кажется, он мертв. Один из наших убит. Обыскать все в этом районе. Поможешь со осмотром? Без проблем. Я уже в холле. Направляюсь к выходу. Сэм, на пути к точке эвакуации через сады, ворота. Ты рядом с комнатой мониторинга. Подключись к терминалу, и мы откроем ворота. Дай-ка я гляну, найдется ли там доступ. О, круто! Сейчас, Сэм, еще минутка, и я открою тебе выход. Грим, где меня заберут? Подбираю место. Черт. В чем дело? Новые подкрепления на подходе. Чарли, давай быстрее. Я стараюсь. Есть новости об иранских солдатах? Как ни странно, эфир чист. Они притихли. Чтобы избежать лишнего шума. Но надо уходить, Сэм. Это все равно иранский спецназ, а времени у тебя нет. Кстати, про время. Путь свободен, Сэм. Ворота открыты. Бегу. А вы там придумайте, как мне выбраться отсюда. Это не смешно. Идет подкрепление, Сэм. Где меня заберут? Брикс уже выехал. Брикс? Давай поругаемся, когда он вытащит тебя оттуда. Встречай его в дальнем конце сада. Пока, Гоффер, ты уж сужаешь.
از جونش سیر شده. برای خودکشی راه بهتری از نفوذ به اینجا وجود داره. چی می... چی شد؟ Чи? Медаль — плохое утешение для мертвых. Шаба Орумия. Вижу его! Идет подкрепление, Сэм. Где меня заберут? Брикс уже выехал. Брикс? Давай поругаемся, когда он вытащит тебя оттуда. Встречай его в дальнем конце сада. Зохара, он писару тахсин миконит. Ман нарохтам от писару пошел бил. Фагат гофтам, что он шудай. Аз чунеш сир шуде. Барай фотоши рай бехтари от нафуз на инжа вуджуд даре. چی میدونی؟ اونی که دنبالش هست؟ Me.
Судя по беспилотнику, к тебе едет с десяток машин. К вам приближается еще волна противника. Можно их обойти. Нет, только напрямик. В смысле? Я опускаю дрон. Радары засекут. Это меньше из проблем. Ракеты готовы? Отставить! Их отследят до США! Грим! Беспилотник готов. Грим, надеюсь, ты знаешь, что делаешь? Минус машина. Враг уничтожен. Один готов. Их машина подбита. Враг уничтожен. Абзац, кажись, нас засекли. Я, конечно, в форте не очень, но иранские солдаты явно оживились. Второй, гляди, они развернут и ПВО. Минус машина. Машины обезврежены. Путь свободен. Увидимся на борту. На нашем счету пополнение. Я понимаю, что атака беспилотника... Не было никакой атаки, просто досадный сбой техники. Конечно. Я положилась на вас. Я думала, что могу доверять вам в этой операции. Да, госпожа президент. Вы меня подвели. Да ладно. Знала же, что хвалить не станут. На моем месте ты поступил бы так же. Чуть не начал войну ради тебя? Я сделала это для успеха операции. Не только президент умеет хорошо выкручиваться. Добытые данные доказывают непричастность Ирана. Я говорю не об этом. Я знаю, о чем ты. Я приняла неправильное решение, как Брикс в Лондоне, да? Только выбор не всегда бывает правильный или нет, Сэм. Он не должен быть личным. Правда? Так подавай пример. Мы оба знаем, что ты бы рискнул всем, чтобы спасти жизнь Вика. Вик тут вообще ни при чем. Если бы не он, тебя бы здесь не было. Признай, что ты ценишь превыше работы. Команду. Грим. Спасибо. Знаешь, поговори с Бриксом. Без него мы не справимся. Эй, народ, тот маяк, на химоружии. Оно уже почти в США.